Всем привет, ребят! И сегодня мы будем открывать шарик Лол. Как вы знаете, это очень дефицитная игрушка, и мы нашли ее еле-еле. Поэтому сейчас вот попробуем открыть. Начинаем. Вот, как видите, шарик оригинальный. Дай сюда! Не дергайся. Смотрите, сейчас я помогу немножко. Можно я дальше? Так. Господи. Очень какой сложно. Же ты слабенький. Каши мало кушал. Давай. Это очень классная игрушка. Там много. Так, один сняли. Да, что там? Сикбит. Это хорошая музыка. Давай на дорогу. Вот у нас подсказочка. Наклеечки. Наклеечки, да. Я сам. Вот подсказочка. Вот здесь открывай возле видео. Открылся. Шарик темно-розовый. Наклейки. Как и во всех, наверное, шариках, без названия. Иногда бывает, что стилается. Да, мама. Ты как ненормально что-то. Я ненормально. Я в пакетик сюрприз. И первый сюрпризик. Вот, первый сюрпризик. И такая вот. Бутылочка. Вот она. Дай покажу. Это такая крыша. Блин, прикольная. Нам такая же попадалась. С другой куколкой, только чуть-чуть другого цвета. Вот третий у нас сюрпризик. Третий сюрприз, туфельки. Это четвертый уже сюрприз. Ой, чуть не упал. Нет, сможет. Давай я попробую. Сейчас. Два. И какие же нам попались туфельки? Я знаю, кто это! Это Локиша! Блин, это очень классно! Ну, где Слопи? Это... Давайте, а где Шайк? Вот какие у нас попались ботиночки. Они очень красивые. Сапожки это, да? Да, может быть. Что-то типа сапожек. И на я! Наконец-то! И сейчас мы узнаем, какая же это будет куколка. А, блин, это очень страшно. Это наконец! Это же... это диджей! Это, походу, диджей. По-моему. Ну, я не помню, как ее зовут, конечно. Я просто не очень ориентируюсь по их именам. Вот, какая нам попалась одежечка. Начинаем. Это... это цепочка. Дай, ничего я неинтересного пока. И сама куколка. Итак, давай. Ой, ну какая-то муклая. Стоп. Вау, какая она прикольная. Вот. Нам попалась вот такая вот куколка. А бутылка где? А, вот. Так, сейчас мы ее оденем и покажем вам. Мне кажется, она плачет. Только тяжело голова крутится. Сейчас попробуем покрутить голову. Она очень сложно двигается. Ну, это, наверное, потому что я одной рукой снимаю, а другой пытаюсь покрутить. Я больше не дам тебе ничего. Сейчас я одену ей ботиночки. Давай. И стойте, я сам все. Блин. Давай, мама. А я ботиночки. Я пока покажу, какая это куколка. Вот, ножи упала. Ничего. Мам, давай, подвинем ручку. Подожди, я думала, ты одел. Это девочка. Диджей из клуба хип-хоп. Хип-хоп. Блин, спаги, давай. Так страшно было. Я думала, что нам попалась хупс.
А нам такая же бутылочка, вот такая, только другого цвета, попадалась с Кози Бэйв, но мы ее потеряли. Ну, а сейчас поверим, какой у них сюрприз! Момент истины! Сейчас принесу я! Сейчас мы будем смотреть, какой же все-таки у нее сюрприз. Да, это наконец-таки это долгожданный кусочек пиццы. Вот такого вот цвета у нас попался шарик. А, кто не знает, что они умеют делать, они могут писать, плакать, плюваться. И их нужно окунуть в воду и проверить, меняют ли они цвет. Ну, и они могут прятаться в шарике. Блин, я так и знала, что это нам попадется. Она просто прекрасна. Я ее так долго ждала. Но правда, мой брат думал, что это будет Китти Квин. Ну, я думаю, что... А знаете, я думала, что нам попадется золотой шарик и маленькая Шугар и Спейс. Они у нас оказались очень редкими. Их нету во вкладыше. И поэтому они попадаются только вот в большом шарике. Их очень сложно найти. И теперь начинаем узнавать, что же она умеет делать. Давай плеваться вот сюда, потому что у нас больше... Она плюется. Она плюется! Она плюется. Серьезно? А может? Блин, это уже 30... А есть вакуум? Это уже 4-я или 5-я плевака. А вдруг она плачет? Это 5-я плевака. А может, блин, а есть так? У нас было 3 подделки, и они все плевались. Потом у нас была Кози Бэйб, она тоже плевалась. И теперь и диджей тоже плюется. Это что такое? Ну все, пока. Надеюсь, увидимся к Новому году.